ребята, сегодня едем опять копать, сегодня опять гонимся за сокровищами, все в ту же деревушку, которую мы облюбовали, деревня небитая, перекопанная, в общем, до меня, похоже, с приборами никто не лазил, в общем, я думаю, что я ее выбью когда-нибудь. Все по тому же тракту по Архангельскому. Я, наверное, уже упоминал, что наш поселок стоит на перекрестке. Вот. В общем, здесь перекресток был торговых путей. Некоторые называют, говорят, как бы шелковый путь. Насчет шелкового путя точно не знаю. То, что перекресток торговых путей, это однозначно. Это прописано в истории, в общем, в краеведении в нашем. Вот, поселок очень старенький. Ладно, приеду на место там. Разберемся, в общем, все покажу. Что интересно будет. Лесовозы все уходят, встречки прям. Бетоночка у нас тут, ребята. В общем, две полосочки бетонки. Как едешь, как по железной дороге, блин. Бетонки съедешь и все. Ямы, канавы, блин. Да и бетонка-то не ахти, прям вся грузовозами, блин, все расколочено. Большегрузами. Вот ямы, блин. Тихонько надо. Тут, кстати, тоже сейчас проехал. Тут еще одна мельница была. Я там еще не был. Говорят, мельница была, деревня Шумиловская. Не знаю, может, как-нибудь хочу пока, в общем. Травы много сейчас уже. Я охота мне лазить по неведомым местам. Ну, если чудак, может, заскочим как-нибудь летом. Как-то поля везде в основном пашут, сеют. Так что ходить более-менее. Сегодня тоже, наверное, буду ходить по пахотине. Знаю, посеяли там, посеяли. Но ничего, может, где скраешь, вот так тихонько. Поля колхозные. Дальше приеду, обосную, как говорится. Друзья, в прошлый раз, короче, хотел я до деревни доехать на машине. И вот что из этого вышло. Всадил ее, короче, тут так, что мне ее пришлось домкратить, выставлять на доски, в общем, выезжать. В общем, горе хапанул. Досталось и мне, и машине. Вот такие тут колеи я нарыл, набуксовал, короче, в этой луже меня стащило. Поехал тогда после дождя. За день до этого дождик прошел. Тут глина все раскисла, короче. До сюда-то я ничего добрался, более-менее. Вот, в общем, выехал, и пришлось мне вон туда, до трассы, все. Пятиться задом. Ну да, правильно, что Волжанка не предназначена для таких дорог. Сегодня, в общем, машину оставил там у дороги, не стал рисковать. Ну и правильно, так-то еще не совсем подсохло.
тоже хреново, хрен проедешь, наверное. Вот такие, ребята, у нас дороги. Ладно, деревенька рядом совсем уже. Монеты там ждут меня. Ладно, смотрим дальше. Так, ну что, друзья, копаю уже, наверное, где-то около часа. Находки есть. У меня, блин, батарея села. Так что я не снимал, не показывал, как я их достаю из земли туда-сюда. Вы уж меня извините. Вот. Сейчас покажу, что же я нашел. Так, вот. Вот мои находочки сегодняшние. Вот такой вот колокольчик. Он даже был с язычком. Там, походу, типа гайки, что-то такое круглое, железное. В общем, все ржавое было привязано. В общем, выкинул я колокольчик. Вот возьму. Да, зеленый такой медный колокольчик. Классная вещь. Целенький. Немножко помят, но ладно. Так, потом выкопал вот такой вот шмудячок. Не знаю, погнутая конинка или что-то. Кстати, конина тут попадалась мне. Такая красивая, правда, ломаная, но вообще фигуристая такая. Я такое еще не встречал. Вот. И теперь вот сегодня еще вот такая вот штуковина. Хорошо, ладно, дальше. Попалась мне сегодня пуговица. Пуговица, по ходу дела, царская, наверное, или что ли. Ой, блин, уронил. Так, ушко есть, только загнуто. Нашел я ее прямо на дороге. Блин, мошкара всего съела. В общем, ладно. Такая вот, ребята, пуговица. Потом монета была первая. Вот первая такая вот монета. 3 копейки. Я уже потер тут маленько. Год. 901 год. Нормальная находка, я считаю. СПБ. Сохранчик вообще замечательный. Все видно даже. Особо тереть ее неохота. Вот сзади она маленько потерта. Вот тоже просматривается. Орел там. Петушок этот. Ладно. И советские. 3 копейки. 55 год. Вот такие вот. 3 копеечки. Ладно. И вот что же я нарыл вот в этой яме. Ребята, я удивился, да. Я предполагал, что тут стояло что-то серьезное. И сейчас, мне кажется, тут стоял либо большой амбар, либо магазин. Ну, либо, может, даже, не знаю, часовенка какая, церквушка там или что-то. Потому что вот такие вот замки я видал, встречал на старых, очень-очень старых амбарах и в церкви. Да, возможно, даже здесь было что-то такое. Потому что такой, это замочная скважина такая. Очень объемная, кованая такая. И вот тот самый механизм, который запирал дверь. Ключ, представляете, какой надо ключ, чтобы закрыть вот такой засов. Я видал такие ключи и замки церкви в нашем селе, такой же примерно. Потому что я предполагаю, что тут была, наверное, даже церковка когда-то. Церквушка. Все возле того же самого, всем нам уже знакомого огорода. Любимое мое место, пока еще не выбито, как говорил уже. Буду долбить его, наверное, до конца. Находки тут меня очень радуют. Ладно, наверное, опять сразу обзор находок делать не буду. Потом все кучкой выложу, покажу. Батарея садится, 4% осталось. Так что не прощаюсь, смотрим дальше. Так, ну что ж, вот нахожусь на этом поле, вот, в конце деревни. Мне кажется, дворы сюда дальше стояли. Деревня, скорее всего, была большая. Тут на поле мусора всякого много. Ну а так, ничего я тут не нашел. Особо вот только вот такие вот колечки,
Конинка вот такая вот. Колечко тоже, подвеска такая вот, не знаю, что это было. И вот такую вот малюстехонькую заклепочку зацепил. Медная, походу. Взял только специально, чтобы вам показать. Да, вот такая маленькая заклепочка. Звенела четко. Видать, сверху совсем была. Не знаю. В общем, когда разгреб, оказалась заклепочка вот такая. И вот такие два колечка. Ладно, цвет мед. Возьмем. Ну а теперь домой, наверное. Солнце у нас уже садится. Машина там стоит. До машины еще дойти надо. Блин, комары съедят, наверное, сегодня. Мазь, блин, все забываю с собой какую-нибудь положить от этих кровососов. Вампирят. Ладно. Даст Бог, не забуду, завтра положу. Ну все, всем до встречи. Всем счастливо оставаться. Как всегда, не забывайте поднимать палец кверху. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всем пока, до встречи.